дощатый пол. Дом этот строился, как я уже сказала, в качестве доходного. То есть дом сдавался в наем. Владельцы этого дома жили в доме по соседству. Причем это была семья племянницы Ивана Ивановича Шишкина, известного русского художника. А этот дом Арбузовы сняли у них в 1916 году. Ну и так как строили достаточно быстро, слегка экономно, ну не экономно, конечно, в мастерстве, например, печи, которые отапливали этот дом, не покрывали кафелем. Привычным нам кафелем или красивыми изразцами нет.